желание лидера подняли первая серьезная ступень по лестнице успеха. Именно он принял ответственное решение развивать свой бизнес в партнерстве с Faberlic. Именно он не побоялся в корне изменить свою жизнь. Это заслуживает аплодисментов. Давайте же познакомимся поближе с этими героями. Поднимитесь на своих местах, хотя я вижу, что в принципе... Сядьте, пожалуйста, давайте поприветствуем директоров. Давайте так, да, действительно, только новые директора остаются на ногах, все остальные оборачиваются к ним. Ура! И аплодируют! Ура! Аплодисменты! Огромное спасибо вам за ваш труд и за ваш успех. Мы вас от души поздравляем! Мы просим вас занять свои места. Новый уровень в компании. Старший директор все больше погружается в особенности маркетинг-плана. Продолжает осваивать бизнес-процессы, укрепляет структуру, работает в команде. И он так близок к новому званию. И вот здесь вот смотрите, старшие директора стоят. И прямо сейчас вот ту самую энергию в их адрес. Эй! Успехов. Только с успехом и только вперед. Верно ведь? Это точно. Ирина Валентиновна, спасибо вам огромное. Я еще вернусь. Договорились. Ну что ж, друзья, сейчас самое время перейти к самой важной части сегодняшнего вечера. Награждению наших серебряных директоров! И для этого я с радостью приглашаю на эту сцену директора по продажам Faberlic Узбекистан Елену Моисееву и директора по маркетингу и продажам Faberlic Украина Молдова Евгения Бажанского. Выходите скорее к нам. Выходите, ждем вас. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в этом прекрасном зале. Рад приветствовать вас в этом прекрасном отеле, в этой прекрасной стране, гостеприимной Турции. Добрый вечер, страна Faberlic. Говорят, что звание серебряного директора дается гораздо сложнее, чем все остальные. Я сама не знаю, но мне сказали у вас спросить, это правда? Нет? Почему нет? Хорошо. Но для большинства это звание дается достаточно тяжело. Я, кажется, знаю почему. Потому что после получения звания серебряный директор вы обретаете уверенность в себе. Вы обретаете силу, получаете драгоценный опыт вырастить настоящего директора, стабильного директора. И не просто директора, а такого директора. Это ваши настоящие директора, которые приняли решение, так же, как и вы когда-то, идти рука об руку с компанией Faberlic всегда и дальше. Серебряный директор – это настоящий лидер, который имеет уже достаточный опыт и прошел с компанией большой путь. Но при этом серебряный директор, находится только на первой ступеньке маркетинг-плана, драгоценного маркетинг-плана. И я верю в то, что все главные свершения серебряного директора еще впереди. До золотого директора остался один маленький шаг. И я верю в то, что вас с вашим следующим званием будут поздравлять на солнечной Кубе. А
сейчас мы увидим наших новых серебряных директоров. Итак, озвучить список победителей Республики Азербайджан. Ура! На сцену приглашается Гульнара Гусейнова! Гашилин, Гюмиш директорла, Шехла Пашаева. Ура! Поднимайтесь к нам на сцену. Джафарова. Талан Джафарова. Камила Гурбанова. Камила Гурбанова. Севинч Габирова. Севинч Габирова. Сделавшие два звания. Гашлен, юниш директорла и Ки Рюкебаглия. Нурана Алиева. Энергию можно направить на тех людей, которые стоят на сцене. Новые серебряные директора Азербайджана, аплодисменты! Давайте сделаем вот эту вот самую памятную фотографию. Стоят, улыбаются, и в то же самое время весь зал по-прежнему поздравляет аплодисментами. И под эти же аплодисменты мы провожаем директоров в зал. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, друзья. Мы желаем вам дальнейших успехов. Да-да, проходите, пожалуйста. Лучшие люди Азербайджана!
есть у меня ощущение, Свет, что сегодня, вот все, кто сегодня собрался в зрительном зале, сегодня ладошки свои отобьют. Мне кажется, да, все такие красивые, такие счастливые. Это прекрасно, потому что это только начало. И мы продолжаем. Все правильно, мы переходим к Республике Беларусь. Новый